Доброго времени суток. Сегодня, как вы видите, вот такая у нас печурка, скажем, интересная. Ну, какие изменения, если кто, конечно, первый раз смотрит, придется, как говорится, вы можете, это у меня уже видели печь буржуйки, потому что вы, как вы видите, вот еще тут стоит. Ну, это смотрите, отдельные репортажи, или спрашивайте, то сделаю там 60, 70, 80 сантиметров, возможный вариант. Вот это вот буржуйка 90-сантиметровая. Естественно, она у вас, это уже увеличилась мощность, очень большая у нее теплоотдача. Но что я сюда бы еще доработал, честно говоря, сюда бы я еще поставил, ну, еще дополнительную трубу. То есть у вас вот тут вот отверстие выходит, вот тут специальный дожиг идет и пошел выход. Все-таки нужно увеличивать тягу, потому что на выходе для такой печки минимум труба должна быть на 150 на 200. Здесь всего лишь одна на 120. Ну, главное преимущество этой печки, естественно, толщина металла, как вы понимаете. Видите, какая она? Обалденная. То есть огромное окно, дровы можно огромные, прям бревна туда закидывать. Ну, только, конечно, надо растопить, а потом уже бревна закидывать, а то бревно их хер разожжете. Ну, конечно, тут нюанс, тяжело ее растопить, потому что она большая, надо топить потихонечку, это уже немножко отдельная песня. Ну, а так, увеличился объем, увеличилась мощность. С чугуняшкой вообще, да, тут равнять даже не стоит, там, у нее объем топки в два раза больше. Ну, в два раза больше, естественно, у вас надо дров в два раза больше, ну, и тепла в два раза. Ну, такая печка уже, конечно, для более больших помещений, там, не для маленького, как вот этого, там, да, гаражка, там, 6 на 4, там можно вполне протопить и вот маленькой буржуйкой, это уже, конечно, помещение больше. Но вообще, конечно, самый лучший печь буржуйки, эффективный самый КПД, это приваривается водяной контур, трубы, насос, и она гоняет, это самое лучшее, но это значительно уже удорожание. Это все можем вам сделать, и система отопления провести, обогрева, но это все будет значительно уже дороже. Не просто вы купили буржуйки, сами установили, погнали там устанавливать. Можно все сделать под ключ, все сделать, но обращайтесь, но это будет дороже. Как вы видите, сюда можно кирпичики положить, водой обливать, можно и всю водой обливать. У меня в гараже там тоже, кстати, установлено. Я еще наварил там дополнительный бак, если интересно, спрашивайте или ищите репортажи. Если не видели, спросите, я вам ссылку покажу, как у меня, допустим, там я еще объем увеличил сечение, за счет которого у меня увеличилось тепло. Я работаю вот сейчас вот зимой в майке. То есть основные преимущества у печи, у буржуек, у больших, то, что у них больше теплоотдача, огромные туда дрова можно закидывать, особенно у кого халява, это огромное преимущество, забрасывайте, и нет у вас проблем. Ну и, конечно, теплоотдача значительно у вас выше. Да, ну и, конечно, выше цена, но тут уже ничего не поделаешь. Мерседес по цене Жигулей, я думаю, только в фантазиях в больных бывает, ну или там... Те люди, которые считают, что Карл Маркс дурак, блядь, а они такие великие, типа Медведева и нашего правительства, думают, они умнее их. Ну, такого, естественно, не бывает, поэтому у нас в стране кризис, скажем так, и для основной массы населения не заканчивается. Ну, и также про печки, буржуйки я вам и могу сказать. Хотите хорошую, большую печь сделать, халява, ищите халявы материалы, халява работайте. Сделайте, сварите сами, там, изготовьте. Или, если вы хотите сэкономить, ну или хотите качественную печь, конечно, кто-то покупает, зато будет рад и, я надеюсь, доволен. Ну, а кто хочет, скажем так, ко мне один сказал, я у тебя там, давай, за 5000 возьму. Я говорю, ну ты металл купи себе на 5 и херач, может она тебе в пятерку, блядь, обойдется. Поворочишь ее, порежешь, поделаешь. Есть такие умные, блядь, специалисты, которые палец о палец не сделали. Отдают или советы, или рекомендации. Ну, а так, умные советики давайте, мнением делитесь, интересно, да? Ну и подписывайтесь, смотрите за новиночками. Вопрос задавайте, что знаем, ответим, подскажем. И вы нам тоже делитесь опытом. Я с удовольствием от умных людей, настоящих экспертов. Кто, конечно, только практик. Совет мы любим послушать, потому что все мы знать не можем. Я опять повторюсь, я не Путин, блядь, и не Медведев. Ну, спасибо. Ну и основной тоже такой большой плюс сварных стальных печек, да, их всегда можно как-то доработать, где-то прибавить, где-то убавить, как я у себя в гараже, что-то придумать, наварить, подварить там и водяные контуры, и там дополнительные баки. То есть это большой плюс. У чугуняшки, если вы взяли, вы уже ничего туда не прилепите. Понимаете? Так что смотрим дальше.